если бы вы знали, как все это будет, вы бы приняли это решение 24 февраля или нет? У нас другого выбора не было. Путину все мало, Сергей. Он не собирается останавливаться ни на чем. И это репетиция, и людишек будет дальше собирать своих россиян. Вот говорят, что алкоголиков будут привлекать, нечего тыняться, надо долг родине отдавать, иммигрантов. Путин потребовал просто пестрить заявление. Он так, кажется, активизировался после начала очередного витка израильской войны. И Путин потребовал отправить в армию еще почти 100 тысяч россиян. Говорит, мало надо еще привлекать. С 2023 года и так уже превысило 2 миллиона человек российская армия. Но вот Дмитрий Медведев, который тоже известен ядерным шантажом и не только, говорит, что ситуация в мире и вокруг России остается напряженной. Надо люди. НАТО постоянно наращивает свой военный потенциал. Как привлекать будут, и так из этого создается картина, что действительно он совсем не намерен останавливаться ни на чем, даже учитывая провалы на фронте. Да, он совсем не намерен останавливаться, и это не даже учитывая провалы на фронте, а именно потому, что провалы на фронте. Именно потому, что никакого результата не достигают мясные штурмы, но они из этого не делают правильного вывода. Вы знаете, это вот такая же ситуация, как была с Гиркиным и Пригожиным, потому что и Гиркин, и Пригожин, если послушать, как они критиковали Путина, то критика их была абсолютно правильна. Они, правда, критиковали, говорили, что вот Путин слабо снабжает армию, там плохо она снабжается, плохо дерутся, и делал вывод, что надо сильнее снабжать армию, сильнее драться. Хотя у Российской Федерации нет для этого ни возможностей, ни потенциала. Вот. И то же самое с Путиным, то есть он говорит, что вот там, значит, у нас тут большие потери, ну поэтому давайте будем убивать еще больше наших людей. В этом смысле, кстати, у меня такое впечатление, чем дальше, тем больше создается, что Путин на самом деле объективно является прежде всего угрозой уничтожению самой Российской Федерации. То есть он целенаправленно занимается уничтожением русского народа, своего собственного народа. Точно так же, как Сталин уничтожал советский народ и до этого большевиков, которые делали революцию в ГУЛАГе. То есть вот у Путина главная задача, кстати, уничтожить не Украину, а уничтожить Россию, но украинскими руками. Вот что он делает. Но пока он идет по регионам, или думаете, что еще чуть-чуть, хотя уже женщин вербуют массово на снайперов, на операторов БПЛА, разные незаконные частные военные компании. Как глубоко пойдет в этом уничтожении? Они боятся делать это в крупных городах, потому что в крупные города... Это города, которые связаны с сетями, это города, где есть интернет, это города, где все-таки люди образованы, и люди скучно живут, а это значит, что если они вдруг выйдут на какие-то манифестации протеста, то это будет сразу видно. Потому что любые манифестации протеста, которые идут в регионах, это все проходит незаметно. И там люди, на самом деле, Россия ведь огромная страна, по которой разбросана куча, не такая уж и большая людей, всего там 140 миллионов, если верить статистике. На самом деле есть довольно много людей, которые сомневаются, что в России вообще проживает реально 140 миллионов, учитывая демографию, учитывая смертность, учитывая ковид, учитывая ее войны. Вот. И в этом смысле есть... Путин, кстати, называл цифру, которая меня поразила, он сам ее называл недавно в одном из своих выступлений, он сказал, что по ту сторону Уральского хребта, то есть в Сибири на Дальнем Востоке, живет всего 12,5 миллионов россиян. 12,5 миллионов россиян, которые расселены по огромной территории, поэтому, когда их оттуда выдергивают, вот если оттуда выдернуть 500 000, да, то просто это никто не заметит, потому что они же все, ну там, грубо говоря, если живет 10 человек, а следующие 10 человек за тысячу километров, если вы взяли эти 10 человек и убили, то никто об этом не узнает, кроме медведей и волков, да, и там песцов, которые бегают по тайге. Вот. И поэтому они так и делают. И поэтому Путин сейчас пока не хочет, и в этом его поддерживают, кстати, наверное, Министерство обороны и другие чиновники путинского режима, что нельзя этого делать ни в Москве, ни в Питере, ни в Нижнем Новгороде, то есть нельзя делать в городах-миллионниках. Ну, это он пока не делает, но, может, и к этому также пойдет. А еще смотрите, Сергей, это же все происходит незадолго до того, как Путин заявит, что он выдвигает себя на выборы Путина снова такие. И вот это расшатывает его такое электоральное обличье. А насколько важно все равно, как мы видим, Кремлю, не сами результаты выборов, которые они могут нарисовать, а вот этот такой информационный, эмоциональный, ну, скажем так, статусный, если это слово к ним еще можно применять, фон, на фоне которого Путин будет и говорить о своем выдвижении, и, в принципе, будут проводиться эти псевдовыборы. Да, сами выборы, как мы сами понимаем, никакого не имеют значения, потому что они всегда подделывались, они никогда не проводились по международным стандартам, они никогда не признавались международным сообществом как настоящие выборы, но, тем не менее, Путин признавался как легитимный президент Российской Федерации. ПАСЕ недавно приняла, парламентская ассамблея ПАСЕ приняла решение о том, что Путин, выставляя свою кандидатуру на очередные выборы с нарушением Конституции, то есть после того, как Конституция обнулила все его сроки и сказала, что 25 лет его пребывания у власти ничего не стоит, это не считается, это не было президентским сроком, это не засчитывается. И теперь он идет как бы с нуля на новые президентские два срока, признает это нелегитимным, и таким образом следующие сроки Путина в любом случае делает из него нелегитимного государственного деятеля, примерно такого, как Лукашенко стал им после августа 2020 года. Для Путина это болезненная вещь, потому что, вы знаете, для него не важны выборы, процедура, в смысле, выбирают, не выбирают. Но для него важен сам факт. То есть ему важно, вот еще из советского прошлого, ведь в советском прошлом то же самое было. Да? В Советском Союзе не было никаких выборов, просто люди ходили и бросали эти бумажки, и там, значит, 98,9 голосов, значит, отдавали за блок нерушимых коммунистов и беспартийных. Вот. Но сам факт того, что, значит, была советская власть, власть Советов, а власть Советов, которая избиралась, да? То есть Советы народных депутатов были. Вот. Но мы же понимаем, что это на самом деле была фикция абсолютно. Но тем не менее, они в эту фикцию играли много-много десятилетий, вплоть до распада Советского Союза. И Путин в эту фикцию тоже играет. Для него она имеет принципиальное значение политическое, как его легитимизация в качестве даже диктатора. То есть даже диктатору ему нужно делать вид, что его избрал какой-то там народ. На самом деле проблема у него заключается даже не сейчас, а проблему для нее создал Пригожин 23-24 июня, потому что состоялся первый тур выборов, то есть выдвижение кандидатуры, потому что когда Пригожин пошел на Кремль, то есть на Путина, то, по идее, вот те 82% голосов, которые поддерживали Путина, они все должны были высыпать миллионами на улице и говорить: мы своего Путина не отдадим никому, прочь, руки прочь от нашего Путина. И уж я не знаю, по крайней мере, миллион членов партии «Единая Россия» должны были со своими партбилетами выйти, значит, везде, где они есть, и требовать оружия, чтобы защищать Путина. Этого не произошло нигде. То есть Путина на самом деле не вышел защищать никто. И с этого момента Путин вообще перестал быть легитимным президентом Российской Федерации, даже не дожидаясь следующего срока и марта месяца. И вот поэтому, кстати, посадили потом Гиркина, потому что Гиркин тоже поставил под сомнение существование Путина как президента. И поэтому убили Пригожина, потому что Пригожин показал всему народу и всему миру, что Путин является нелегитимным президентом и, ну скажем так, импотентным президентом, потому что ничего не может сделать. Кстати, уже тем выбором того способа, которым Путин разделался с Пригожиным, Пригожин доказал даже своей смертью, что Путин действительно является нелегитимным президентом, потому что если бы Путин был диктатором, он бы Пригожина арестовал, расстрелял бы на Красной площади, а не стал бы сбивать его, значит, самолеты и валить потом на вину на самого Пригожина, где, мол, он там нанюхался кокаина и перекидывался гранатами Суткина внутри этого самолета. Вот. То есть, на самом деле, ситуация для Путина уже сейчас провальная. Вот. Я, кстати, понимаю, что там в будущем ноябре он будет выдвигать свою кандидатуру, потому что, если мне не изменяет память, он вообще всегда ждет самый последний срок выдвижения кандидатуры, а это, по-моему, можно делать чуть ли не до февраля прошлого следующего. За месяц до проведения первого тура. Вот. И он всегда ждет вот этого самого последнего, потому что он всегда показывает, что вот люди, которые являются кандидатами формальными, другими кандидатами, вот они между собой ведут какую-то борьбу. А он вообще стоит над этой гонкой, то есть его это не касается. И поэтому он может не участвовать ни в какой гонке, он просто в самый последний момент объявляет о своей кандидатуре де-факто и ставит всех и страну перед свершившимся фактом. Я думаю, что тем более это произойдет и сейчас точно так же. Тем более, что сейчас идет вообще-то война, и у него даже есть формальный повод вообще отменить эти президентские выборы. Ну да, вот Кадыров и предлагал, что или его сделать одним кандидатом, или выборы вообще отменить. Песков говорит, политик номер один, сомнений нет, победит. Прости, господи. Ну, нарисует ведь, да? Как вы думаете, Сергей, в чем болезном мозгу зреет сейчас мысль применить не только в плане тренировки, а в плане и исполнения и приведения в действие ядерного оружия, в каком бы там оно состоянии ни было, и при каких условиях готовится к этому кремлевское окружение? Ну, потенциально есть у этого дела российская ядерная доктрина, которая говорит о том, что Российская Федерация может применить ядерное оружие в двух случаях. Либо если по ней наносится ядерный удар, причем ядерный удар может быть не нанесен, то есть это вот не прямо взрывы, которые идут прямо по Российской Федерации, но если Российская Федерация получает, допустим, 100% доказательство, что такой взрыв, такой удар вот уже прямо идет сейчас, то есть, грубо говоря, ракеты запущены, они летят в сторону Российской Федерации, то в этом случае Российская Федерация оставляет за собой право не дожидаться, пока эти ракеты прилетят и упадут на ее территорию, опустить свои ракеты, так сказать, навстречу этим. И это называется упредительно-встречный, ответно-встречный удар вот, по ядерной стратегии Российской Федерации. И плюс есть второй случай, когда идет специальная война, классическая война, но Российской Федерации угрожает такая классическая сила, которая ее превосходит и ставит под сомнение само существование государства Российской Федерации, не нанеся по ней ядерного удара. То есть и в этом случае Российская Федерация оставляла за собой право применять ядерное оружие, потому что, так сказать, когда поставлено под сомнение существование этого государства, тогда она говорила, что она может применить всю свою ядерную мощь для того, чтобы ответить на такую угрозу. Вот это две угрозы. Мы понимаем, что Украина ни в том, ни в другом случае не подпадает под ядерную стратегию Российской Федерации, потому что нет ядерного оружия, и Украина, даже если она выгоняет Российскую Федерацию со своих захваченных территорий, она не ставит под сомнение существование Российской Федерации на остальной ее территории, законной в 17,5 миллионов квадратных километров. Другое дело, что Путин ведь не является добросовестным исполнителем всего того, что он говорит, и всего того, что он делает. Он может притягивать за уши, и когда мы видим, что, допустим, свою войну против Украины он абсолютно притянул за уши все объяснения этой войны, это все притянуто за уши, это несуществующие угрозы, вроде расширения НАТО на восток, вроде там денацификации какой-то, вроде какого-то там государственного переворота, потому что если вы говорите о государственном перевороте, то сам Путин пришел к власти в результате государственного переворота в Российской Федерации, потому что семья Ельцина, больного алкоголика, поставила, значит, так манипулировала этим больным алкоголиком, что он поставил вместо себя никому неизвестного чекиста, а тот, значит, потом изобразил, что он вроде как даже избирался в качестве президента Российской Федерации. Но реально это был дворцовый переворот в Кремле. 31 декабря, когда Ельцин сказал: «Я устал, я ухожу и отдаю бразды правления временно исполняющему обязанности президента Владимиру Путину», это был дворцовый переворот. Поэтому чья бы корова мычала, вот Путин, правда, не знает этой поговорки, он говорил, чья бы лошадь мычала, чья бы кобыла мычала, да? Да, да, вот, да. Какая разница, животное? Мы ему тоже скажем, что там типа Вовик, чья бы кобыла мычала, а твоя бы молчала, да? И то же самое, кстати, по поводу всех ядерных угроз. То есть вы понимаете, что на самом деле к сожалению, к их ядерным угрозам надо относиться на полном серьезе, потому что если мы будем исходить просто из доктрины, то мы же понимаем, что так ведь устроено все право в Российской Федерации. Право для врагов, а для своих права никакого нет. И поэтому если вы хотите с ним судиться, допустим, с Путиным в его судах, вы понимаете, что вы никогда не выиграете, потому что он всегда в своих судах будет прав. Точно так же внутри своей парадигмы он всегда прав, и он всегда найдет объяснение, почему, значит, он там хочет применить ядерное оружие. А как вы думаете, Путин рассказывал об этом Си Цзиньпиню, когда был с визитом в Пекине, в Китае? Нет, Путин не рассказывал об этом Си Цзиньпиню, и Путин вообще Си Цзиньпиня троллит этим делом, да, потому что у нас была надежда, и, кстати, когда я говорю «у нас», да, это не только у мира, и не у меня лично, допустим, с вами, да, но у нас, там, у руководителей, в том числе ведущих западных держав, была надежда, что Китай будет сдерживать Путина вот именно по хотя бы в ядерной тематике. На самом деле этого не произошло, потому что когда был визит в марте месяце этого года Си Цзиньпиня в Москву, Путин буквально накануне этого визита сделал провокацию ядерную, потому что он опять говорил. И самое главное, что Си Цзиньпинь приехал, и с ним были подписаны специальные документы о том, что вот негоже, так сказать, использовать эту угрозу там, и так далее. А как только Си Цзиньпинь уехал, тут же немедленно вылез Медведев, то есть заместитель Путина по Совету Безопасности, и сказал, что надо нанести там ядерный удар там, то ли по Парижу, то ли по Вашингтону, что-то в этом роде. Вот. А потом они тут же провели какой-то то ли пуст, то ли еще что-то в этом роде, то ли учения какие-то ядерные. То есть на самом деле слово Китая в этом смысле уже ничего не стоит. Китай не является сдерживающей силой для Российской Федерации в ядерной составляющей. И мы видели, кстати, ну, откровенную, так сказать, провокацию, потому что, конечно, мы понимаем, что люди, ординарцы Путина с ядерным чемоданчиком, так называемым, они следуют всегда за ним, где бы он ни находился, а также за Си Цзиньпинем, а также за Макроном, за Байденом и за всеми руководителями ядерных держав. Но, значит, существовал такой негласный протокол, что этих людей не показывают по телевизору. Однако когда Путин находился с визитом в Китае, намеренно были сняты кадры, когда два морских офицера, несущие ядерные чемоданчики за Путиным, шли там, вот на это заседание вместе с ним, прямо за ним. Это была, безусловно, провокация, и Китай, кстати, на нее не отреагировал никак. Да, в принципе, как и никто не отреагировал. Мы вот пообсуждали, наверное, это и все. Спасибо вам, Сергей, огромное, что вы вместе с нами на информационном и дипломатическом фронте работаете также в этом направлении. До новых встреч. Благодарю вас за интереснейший разговор. Спасибо. Сергей Жирнов, экс-сотрудник КГБ и службы внешней разведки, был вместе со мной, Ириной Узловой. Друзья, спасибо, что вы были вместе с нами. Поруч со мной Дмитрий Орешкин, российский политолог. Дмитрий, здравствуйте. Рада вас приветствовать. Здравствуйте, Адриана. Спасибо, что пригласили. Планируются переговоры Джо Байдена и Си Цзиньпина. Китайский лидер направил письмо Соединенным Штатам, в котором он говорит о важности совместного сотрудничества. Якобы от этого зависит судьба человечества. По вашему мнению, как нужно воспринимать это письмо? Это такое письмо примирения. И насколько действительно меняются сейчас отношения между Китаем и Соединенными Штатами? Ну, честно говоря, есть очень много высокопрофессиональных американистов и китаистов, которые, наверное, в этом разбираются лучше. Но я могу сказать одно, что, по-видимому, не сварилась игра Путина с надеждой построить ось Москва-Пекин. Пекин не увидел соблазнительных черт и, в общем, сам Путин вернулся из Китая, так, ну, грубо говоря, несолоно хлебавши. Китай понимает, что равный ему или интересующий его агент – это Россия. По смысле войны, только вот в военном отношении, а в смысле экономики, в смысле глобального влияния – это, конечно, Соединенные Штаты. И с ними надо договариваться. И Байден это понимает. Он уже сказал сформулировал позицию, что мы готовы и будем конкурировать с Китаем по всем направлениям, только не в военном, только не конфронтация. И, по-видимому, господина Си это устраивает, я так понимаю. А Путина нет. Путину, конечно, хотелось, чтобы... Ну, в идеале, чтобы под шумок Китай попытался ввязаться в историю с Тайванем, тогда Соединенным Штатам пришлось бы туда еще грузить на Тайвань оружие, соответственно, еще меньше внимания уделять Украине и так далее и тому подобное. Не получилось, и Путин, в общем, не привез из Китая ничего, потому что Китай хорошо понимает, что с нефтью и газом деваться все равно некуда, кроме как в Индию, в Китай. Соответственно, так уж сильно что-то взамен давать Путину резонов нет. И, собственно говоря, Путин ничего особенного представить Китаю не может, чтобы представить себя как интересного партнера. Поэтому они там съездили, поговорили, назвали друг друга дорогими друзьями и вернулись. Путин вернулся, по-видимому, без оружия. Возможно, он согласовал поставки оружия через Корею северную, потому что Корея все-таки немного сильнее зависит от Китая, чем от России. И если бы Китай сильно не захотел, он мог бы Северной Корее помешать. Китай мешать не стал, но и помогать тоже не стал. А для него, в общем, гораздо более актуальны отношения с Соединенными Штатами. И в этом смысле я скорее думаю, встреча с Байденом – это хороший признак и для Украины, и для глобального мира. Потому что в путинских интересах разжигать конфликты везде, где можно, куда можно втянуть Соединенные Штаты. По поводу еще реакции Китая на вот эти ядерные испытания интересно спросить, потому что мы помним, как год назад на саммите G20 Си Цзиньпин вместе с Байденом после их длинных переговоров заявили о неприпустимости использования ядерной риторики, ядерного шантажа. Эти испытания, которые Путин вчера провел, которыми он руководил, это не что другое, как ядерный шантаж. Как вам кажется, как Пекин на это реагирует? Ну, дело в том, что, во-первых, Пекин сам активно сейчас усиливает свои ядерные программы, и космические тоже, и достаточно успешно. Но он, в отличие от Путина, делает это тихо. То есть он никого не пугает. Он, наоборот, предпочел бы, чтобы этого не замечали. Но наращивает. У Путина, наоборот, концепция непонятно, наращивает или может ли он наращивать, но он об этом очень громко кричит. Я не думаю, что Си Цзиньпин сейчас будет пальцем грозить Путину. В конце концов, это его суверенное дело. Он уже высказал, я имею в виду Путина, суверенное дело. Он уже получил ясный сигнал со стороны Китая, что эта риторика и запугивание, и ядерный шантаж Китаем не поддерживаются, но это не значит, что Китай будет какие-то карательные или даже дипломатические шаги использовать для того, чтобы на Путина надавить. Нет, у них отношения вот такие на формальном уровне, там, дорогие друзья, но если дорогой друг там разговаривает про атомные испытания, и моделирует их, и играет в них, он имеет право это делать. Поэтому не думаю, что Путин будет испытывать давление со стороны Китая по этому поводу. Да, я понимаю. Дальше хочу вас спросить о визите лидеров ХАМАС, которые прибыли в Москву, и в целом мы видим российскую политику касательно войны на Ближнем Востоке. Там практически открыто поддерживают террористов ХАМАС, и мы видим критику в адрес Израиля. Как вам кажется, чем чревата вот такая политика Кремля? Вы знаете, мне кажется, что ХАМАС все, что мог плохое сделать, он уже сделал. И получить от России что-то дополнительное он вряд ли сможет. Оружия у Путина свободного и лишнего нет. Возможно, я думаю, для Путина важна скорее символическая поддержка вот в арабском мире из той же самой логики. Если где-то горит, то Путину это удобно, потому что меньше внимания Украине, часть оружия идет в эти конфликтные зоны. Поэтому, конечно, ему выгодно поддержать то, что делает ХАМАС. Но думаю, что и уровень-то, в общем, который представляет ХАМАС, не самый высокий. Такое вот серьезное... помощь и поддержка, может быть, денег дадут, я не знаю, но какого-то значимого перелома наличие России в этом конфликте не может, мне кажется, состояться, потому что у России просто ресурсов маловато. Они сейчас все сконцентрированы на Украине, никуда от этого не денешься. Но Путин, конечно, хотел бы консолидировать то, что называется там, глобальным югом, с тем, чтобы как можно больше соли насыпать на хвост Соединенным Штатам, вообще Западу, Европейскому Союзу. Это понятно. Но соли-то у него не так уж много в солонке. Как вам кажется, почему вот настолько демонстративно Путин показывает фактически вот отношение к ХАМАСу, поддержку ХАМАСу? В целом мы видели, как до войны на Ближнем Востоке все равно Россия пыталась создавать иллюзию каких-то доверительных отношений с Израилем. Мы видели, как власти Израиля тоже пытались сохранять нейтралитет касательно войны России против Украины. Но сейчас все изменилось. Как вы думаете, почему? Почему Путин настолько демонстративно показывает, проявляет поддержку ХАМАСу? Ну, политика Путина вообще во многом демонстративна. Она состоит там из страшилок, из гнутия пальцев, там, демонстраций и так далее. Ну, а потом наступила точка ясности. ХАМАС напал на Израиль, и тут надо встать или на ту сторону, или на другую. Как выразился генерал Гурулев, это такой депутат в Государственной Думе, ситуация простая. Израиль – союзник Соединенных Штатов, наш главный враг, говорит Гурулев, Соединенные Штаты, а ХАМАС – противник Израиля. Следовательно, делает вывод этот генерал, ХАМАС – наш союзник. Ну вот мы, собственно говоря, это и наблюдаем. Хотя, конечно, это... крайне неприятно наблюдать тем людям, которые считаются русскими европейцами. Их миллионов 25-30, потому что это возрождение совка. В Советском Союзе тоже ведь поддерживали арабский мир для того, чтобы прищучить Израиль, потому что Израиль союзник Соединенных Штатов и так далее. Вот ровно та самая логика сейчас возрождается. И поскольку Путин так или иначе восстанавливает, пытается восстановить геополитику Советского Союза, у него это не получается, он... максимум, на что способен, это откусить там 20% от Грузии, и сейчас откусил там меньше 20% от Украины. Все, на этом его потенциал геополитический и попытки вернуться в Советский Союз исчерпываются. А в дальнейшем будет ситуация, наверное, еще хуже. Но вот тот тренд, который он избрал, он естественным образом ведет его в сторону... ну, даже, скажем так, вежливо, не отсталых государств, а развивающихся государств глобального юга в качестве противостояния глобальному Западу. Вот с Западом Путин рассорился всерьез и надолго. Это, конечно, весьма печально для России. Но вот он выбрал такую траекторию. Эта траектория его логичным образом ведет в объятия к разного рода исламским террористам, ну и, соответственно, к более или менее очевидным проявлениям государственного антисемитизма и ухудшению отношения с Израилем. Вот это уже, мне кажется, очевидным. Путин хотел сохранить хорошие отношения с Израилем, по многим причинам, по-видимому, не получается, потому что война требует сказать, или ты там, или ты здесь. Вот Путин, по-видимому, выбирает ХАМАС. И это, опять же, легко предсказать и понять, потому что логика Советского Союза, она навязывает свою траекторию движения. Президент США Байден, выступая перед американским народом в своем обращении, поставил, по сути, знак равно между Путиным и ХАМАС. В Кремле, конечно же, жутко возмутились, Песков возмущался по этому поводу, но тем не менее, как вам кажется, а в мире вот приходит действительно понимание того, что Путин и террористическая организация ХАМАС — это, по сути, одно и то же? Путинский режим, я имею в виду. Смотря то, что мы считаем с вами миром. Потому что в развитом мире, конечно, да. И вот Путин вызывает все большее раздражение. Исчез как класс такой феномен, как путинские ферштейеры. Вот это, и в Германии. Ну, остались, конечно, но они стали маргиналами в значительной степени. В Соединенных Штатах говорить что-то хорошее про Путина, ну, это дурной тон. А после событий вот на Ближнем Востоке эта ситуация усиливается. Но ведь мир-то, и Путин на это и рассчитывает, не исчерпывается Соединенными Штатами. Он, как и в советскую эпоху, хочет быть лидером вот этого самого развивающегося мира. Лидером Востока он уже быть не может, потому что это место занято Китаем, а у Китая совершенно другая политика. Он не собирается состязаться с Западом в сфере гонки вооружений. Нет. Он собирается состязаться с Западом в сфере мягкой силы. Это гораздо более сложно для Запада, это гораздо более опасно для Запада. И это гораздо более долгосрочная и мудрая политика, чем политика того же самого Советского Союза, который гонку вооружений проиграл. Путин пытается сделать то же самое, но и эту гонку вооружений он, естественно, проиграет. Но, возвращаясь к тому, как в мире на это смотрят, ну, конечно, Байден со свойственной ему ясностью, его любят у нас каким-то там старичком беспомощным изображать. А на самом деле, когда его спросили, считаете ли вы Путина убийцей, он ясно сказал «да». То есть он как бы не считает нужным даже прикидываться. Ну а теперь он точно так же ясно дает понять, что да, по одну сторону от цивилизованного человечества ХАМАС и Путин, по другую сторону, ну, все развитое человечество. Путин пытается притянуть к себе вот, всякого рода не самые завидные в качестве места проживания страны там, Африки, Латинской Америки и глубокой Азии. Ну, а где ему еще компанию себе искать? Вот скажи мне, кто твой друг, я скажу тебе, кто ты. Вот Байден и сказал. А что мы можем судить об отношении окружения Кремля к этим событиям? По сути, когда Россия и путинский режим, да, все больше приравнивают как раз к террористам, террористическим организациям, и все больше Россия отдаляется от цивилизационного мира. Как вам кажется, как это влияет на окружение Путина? И способно ли это еще иметь действительно, ну, скажем так, надо ли на это обращать внимание? Но обращать внимание надо, конечно, и в Кремле на это обращают внимание, и в этом смысле не зря они так переживают насчет выборов. Понятно, что Путин не может на этих выборах что-то там всерьез потерять или проиграть, потому что все схвачено да нельзя. Но те же самые люди из путинского окружения, они понимают, что... Многие из них понимают, что дедушка завел страну в тупик. Дедушка, ну так, между собой. Михаил Иванович, они ее называют еще, по известной сказке про медведя. Старый медведь Михаил Иванович. Но они про это боятся даже дома сказать в подушку, потому что все записывается. Но на уровне вот так перенигивания, понимания, ну, понятно, что ситуация-то лучше не становится, понятно, что экономика тормозится. Можно сколько угодно рассказывать про победный рост и так далее, но этот рост не компенсирует даже того падения, которое было год назад. Война занимает все больше денег. Я даже не буду про это все рассказывать. Война начинает утомлять. И то, что мы с вами видим в путинских элитах, когда сцепились друг с другом, там, скандал вот с Марго Симонян, ну, могла бы и девушка и поумнее высказаться насчет ядерного испытания над Сибирью. Или там Сатановский с той же с Захаровой. В общем, все больше такого остервенения, осатанения, неспособности контролировать собственную речь. И это, в общем-то, мне кажется, подсознательное проявление того, что они пребывают в такой вялотекущей истерике. Потому что, ну, понятно, что надо говорить, что победа, вот она, мы впереди планеты всей, поднялись с колен и так далее. Но они же не дураки, они понимают, где на самом деле сейчас находится путинская Россия. Поэтому вот такая подчеркнутая агрессивность по отношению ко всем. И не только у путинских элит. В низовых частях населения то же самое. Вот это рост ксенофобии, агрессии ко всем. Стрельба там пьяная тех, кто вернулся с поля боя, травмированный этим посттравматическим синдромом. В общем, мне кажется, в России есть такие признаки накопившейся усталости. И ничего не могу сказать про Украину, я не знаю, что там происходит. Но вот путинские элиты перестали испытывать душевный комфорт. Другой вопрос, что это никак не значит, что они способны, готовы и могут сместить Владимира Путина. Вот за этим он следит очень-очень внимательно. У него там множество специальных служб, все друг на друга стучат. Так что надеяться на это оснований нет. Но констатировать, что разочарование, усталость, рутинизация этой войны вот накапливается, мне кажется, можно. Но из этого не следует делать вывод, что вот путинский режим на ладан дышит. Нет, он еще прекрасно себя чувствует и еще долго кровушки попьет. Угу. Ну и сейчас так выглядит, что главная задача как раз для путинского режима — это добиться того, чтобы западные страны, партнеры Украины все меньше и меньше оказывали поддержки, в первую очередь оружием. И мы видим те процессы, которые происходят в Соединенных Штатах. Как вам кажется, вот тот факт, что антиукраинские силы, назовем это так, получают больше власти в США, свидетельствует ли это о том, что действительно Путин в целом может добиться желаемого? Ну, реальная оценка ситуации говорит, что да, конечно, но просто я бы не стал так говорить, что уж антиукраинские силы чего-то там добились. Там, ну да, назначили, наконец, спикера. Этот спикер трампист, вот так скажем. Но проблема Украины для него не главная. Для него главная проблема Трампа и, соответственно, следующих выборов. И для тех, кто за ним стоит. Но Украина существенная деталь того политического ландшафта, который эти люди хотели бы перед собой видеть. По-прежнему президент Байден, по-прежнему Сенат в руках демократов. И Украине, конечно, тяжелее и хуже будет, это понятно, но не смертельно, потому что я думаю, что администрация каким-то образом сможет продавить то, что она начала, потому что Байдену к выборам 2024 года, осени 2024 года. Очень бы хотелось, чтобы Украина принесла какую-то убедительную победу. Это для него важно. Поэтому отступиться он не может. Это все равно, что заранее сложить руки, признать поражение перед избирательной кампанией 2024 года. В Америке так не делают. Поэтому да, неприятно, да, болезненно, да, трудно, но вовсе не безнадежно. Я думаю, даже наоборот, скорее оптимистично. Не такая уж серьезная рокировка-то произошла. Ну, спикер, ничего страшного. Спикер спикером, президент президентом. Спасибо вам большое, Дмитрий, за то, что нашли время сьогодні для нашого общения. Друзі, нагадаю, Дмитро Орешкін, російський політолог, сьогодні був разом із нами. Дякую за вашу увагу. На все добре. Спасибо вам, победы и мужества. Будьте здоровы.